Здравствуйте, мои дорогие подписчики, здравствуйте, гости канала. С вами Татьяна, канал Татошины Фиалки. И сегодня вечером, сегодня к ужину, хочу приготовить вместе с вами очень легкий, быстрый, легкий в смысле в приготовлении салат из фасоли, из красной и белой фасоли. Этот салат мне очень нравится тем, что он очень-очень быстро готовится. Если мы используем консервированную вот такую фасоль в собственном соку, это обязательно, потому что в томате фасоль, она придаст совершенно другой вкус, вкус салату. И использовать мы будем именно такую. Для того, чтобы салат наш был красивее, мы используем и красную, и вот такую белую консервированную фасоль. Конечно, если у вас есть фасоль своя, вы можете ее сварить. Но тогда это уже будет не быстрый салат, а придется затратить какое-то время. Нам нужно две баночки вот такого вот такой фасоли. Если этого много, вы можете сделать одну банку. Две пачки сухариков. У меня вот в частности емеля. Нужно брать что-то поострее. Вот есть свинина с горчицей и шашлык. Майонез. Майонез у меня домашнего производства, собственного изготовления. Небольшой кусочек сыра. Зелень, ну, в частности, вот у меня лук зеленый, 3 зубчика чеснока, у меня греческие травки и соль. Это все, что нужно нам для салата. Что мы сейчас будем делать? Мы откроем банки, сольем сок, чтобы фасоль наша была более или менее по суше. Натрем на средней терке кусочек этот сыра. Сыр по вкусу, смотрите, его можно добавлять, можно вообще не добавлять, будет просто немножко другой салат. Хотите, добавьте половинку такого кусочка, как вам нравится. Высыпем в салатник две пачки наших сухариков и на мелкой терке, либо с помощью чеснокодавки измельчим чеснок, либо просто мелко порежем. Все это соединим вместе. Ну, приступаем. Сейчас мы сольем сок с фасоли и потрем сыр на средней терке. И чеснок измельчим. Вот натерт сыр на средней терочке. Вот на такой же терке я потерла чесночок вот сбоку. Слита вода из белой и красной фасоли. Почему белая и красная, вы, наверное, догадались. Просто в салате очень красиво смотрится, когда она разная. Можно использовать ту, которая есть, либо белую, либо красную. Просто вот желтенький сыр, белая фасоль, красная фасоль, зелень отлично смотрится. Вот открыты сухарики, мы тоже отправляем их сюда в салатник. Обе пачки, потому что тут не очень много. Можно, кстати, использовать и собственные гренки собственного производства, приготовления. И белый хлеб очень вкусно сюда, и ржаной. Тут уже ваше желание. Отправляем сюда же нашу фасоль. Белая. Красная. Сюда же отправляем зелень, отправляем сюда и наши травки. Вот зелень здесь, вот здорово, видите, как легла фасоль. Отправляем соль и траву. Соль буду аккуратно, буду пробовать и потом добавлять еще. Ну и остается добавить майонез. Все перемешать и дать какое-то время недолго постоять, для того, чтобы и фасоль промариновалась, потому что она все-таки достаточно такой плотный
сухой внутри продукт. И немножечко напитались майонезом, напитались соком сухарики. И дали, конечно, время мы чесноку, чтобы он отдал свой вкус салату. Вот. Фасоль вообще очень популярное блюдо в кухне очень многих народов. Кстати, вот я знаю, что очень многие люди любят грузинскую кухню. Там и супы, и вторые блюда, и соусы. Очень много где используется фасоль. Это очень вкусно, это очень полезно. Это, конечно, достаточно калорийный продукт, но иногда есть его можно. Все вот латиноамериканские страны, по-моему, очень любят и фасоль, и кукурузу, и стручковую фасоль. Очень много у них блюд. Вот поэтому такой салат, он, видите, очень простой. Он занимает действительно очень мало времени. Натереть чеснок, натереть лук и все из пачек достать. Все смешать. И блюдо готово. Если у вас есть под рукой зелень разного рода, какую вы любите, смело добавляйте. Будет очень-очень вкусно. Сейчас я это все смешиваю, заправляю майонезом. Вот все смешано. Наш салат заправлен майонезом. Это блюдо теперь должно немножечко постоять. И потом это очень изумительно вкусно. Я вам рекомендую, особенно в зимнее время, когда нам нужно бороться с простудами, с вирусными инфекциями, зеленый лук, чеснок, зелень, бобовые, которые очень богаты белком, фасоль, в частности, наша, нам очень поможет преодолеть это тяжелое в плане болезней время. В плане вирусов, инфекций различных респираторных. Поэтому приятного аппетита, пробуйте это. Достаточно калорийное, питательное, сытное блюдо и очень вкусное. Я вам очень рекомендую. Оставляйте свои комментарии, когда попробуете. Пишите замечания, может, у вас есть какие-то свои секреты таких блюд. Буду очень рада с ними познакомиться. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Берегите себя. Пока. Еще раз приятного аппетита.